Организационная форма работы с молодежью в поликультурной среде. Под таким названием в ректорате ДГУ состоялась научно-практическая конференция. О чем говорили его участники, расскажет Камиль Девятов. В ходе встречи собравшиеся обсудили систему образования в России, необходимость молодежи следования традициям и культуре своей страны. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа гражданско-правового воспитания молодежи и лидеров общественного мнения». Уже 7-й год работаем с молодежью в Северокавказском федеральном округе. Это обусловлено именно тем, чтобы мы могли самовыражаться. Участники конференции – чиновники, общественные деятели, представители духовенства и студенты. Выступавшие отмечали важную роль молодежи в будущем республики и страны. Работа с молодежью в поликультурной среде при виде уважительного отношения к различиям между народами и культурами в молодежной среде сегодня имеет важное значение. Уважение человека независимо от принадлежности к какой-либо расе, национальности, положение в обществе, принципа сострадания и мирного сосуществования среди с другими культурами и конфессиями являются главными ценностями ислама с самого начала его зарождения. Это отдельный серьезный регион, у нас очень много национальностей, много конфессий, и сохранение, развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия – это очень важно. Это мы подаем пример, и именно спорить должны именно на таких аналогичных и других площадках. Мероприятие продлится 2 дня. За это время участники конференции пройдут семинары, тренинги и лекции. По итогам обсуждений будут приняты практические рекомендации по обсужденным вопросам. Камиль Девятов, Магомед Абдулмуталибов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.